Активным участником общественно-политической жизни муниципалитета Дарья Филатова стала еще будучи школьницей. Сначала попала в территориальный совет молодежи «Завидное», затем работала в молодежном совете Ленинского муниципального района, а теперь занимает пост председателя комиссии по экономике, малому бизнесу и благоустройству в молодежном парламенте. Я как коренная видновчанка всегда очень болею за те проблемы, которые есть у нас, и хочется здесь жить интересно, и чтобы молодежь жила интересно, потому что это очень важно, чтобы люди оставались и работать здесь, и оставались жить здесь. Дарья уже не в первый раз пробует свои силы в качестве соискателя губернаторской премии. 2 года назад она стала финалистом премии «Наше Подмосковье» с проектом «День единства улиц. Праздник, который объединил всех». А в этом году решила рассказать о новом проекте, созданном совместно с Торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа, школьном бизнес-инкубаторе. Совместно мы проводим и с предпринимателями, и с педагогами обучающие семинары, и тренинги, и ведем лекции, выезды обязательно на производство округа. Опять же, для того, чтобы молодежь видела, что на территории Ленинского городского округа есть очень интересные предприятия, есть интересные компании, и не обязательно ехать в Москву. В проекте участвуют ученики 1 и 5 школ Видновской гимназии и художественно-технического лицея. Причем по задумке создателей бизнес-инкубатора ребята не только знакомятся с теорией и практикой ведения бизнеса, но и пробуют свои силы как предприниматели. Мы проект делали с тем, чтобы ребята в конце смогли создать свой бизнес под ключ. Потом мы собираемся сделать, соответственно, презентацию и как конкурс, где мы представим эти проекты реальным предпринимателям. Возможно, кто-то из них захочет вложиться. К сожалению, до этой финальной стадии проект, запущенный в октябре 2019 года, не дошел, помешала пандемия коронавируса. Но как только ребята вернутся за парты, школьный бизнес-инкубатор заработает вновь. Победа в конкурсе на соискание премии «Мы рядом», уверена Дарья, поможет вывести проект на новый уровень. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.